с орбиты и летит на всех парах. Можем не успеть. Поднять Флина. Призрак, это Редфорд. Спутник падает. Соберешь нас? Браво 2, это призрак. Никак нет. Сильный ветер с гор. Не могу рисковать. Так что подхвачу вас как смогу, парни. Конец связи. Ну, блин. Если бы у конченого хиппи были яйца, мы бы давно бухали на обломках спутника. Так, у нас есть координаты точки падения. Двигаемся. Так, ну что, приветствую всех, друзья, снова меня на канале, и мы продолжаем с вами проходить Battlefield Bad Company. Следуем за этими чувачками, куда они нас там приведут. Блин, зря я, наверное, ружье взял, наверное, все-таки надо было какой-нибудь автомат взять. Почему я ружье в прошлый раз взял? Ну что, готово. Упал где-то в километре или вроде того. Ты уверен, да? Хаггард, я его только что прицельно с орбиты уронил. Имей совесть. Совесть есть. Сержант, нам нужен транспорт. Понял. Там что-то есть. Прикольно, какие-то вертолеты. Да, чувствую, сейчас будет, наверное, жарко. В деревне сможем позаимствовать транспорт. Мне бы кто-нибудь автомат бы дал бы нормально. Не дробаш, не транспорт. Транспорт хорошо. Так. Прикольно, нравятся мне карты такие зимние в Battlefield в этом. Вообще мне нравится, как реализована зима в играх. Опа. О, контейнер. О, я могу здесь что-то взять себе, да? Давайте что-нибудь возьмем. Скар не хочу я. Давайте винточку нашу возьмем. Так. И... снайперская винтовка. О, отлично. Так, его надо как-то по-тихому загасить, да? Блин, там чел палит контору. О, пошел. А как... Опа! Блин, а как он меня заметил? Я не понял. Какого черта он меня заметил? Ну, заметили, значит, вы все умрете. Все, загасили всех? Так, это наш. Командир. Так. Хорош. А что это такое? Подождите, парни, я тут что-то услышал, интересно. Музыка какая-то... А, вон этот. Майфунама играет. А, чуваки воюют, а я тут музыку слушаю. Так, подожди, сейчас мы тебе... Нате-ка вам гранатка. Давай. Чувак, с гранатомета шмаляет, и хоть бы хны. Так, пулемет. Я за пулемет. Где он? Вот он. Гасим всех. Хорош. Все. Сектор чист. Идем дальше. Хорош. Ох, 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 ох. Дом взорвали. Дом развалился. Жесть. Блин, этот дом взрывается. Откуда он шмаляет? Блин, два дома развалили. Лежать. Опа, это что-то такое. Стоп. Вон они. Так, перезарядка. Где он? Вот он. Блин, машина едет. Гаси машину. Где машина? Вон она. Еще раз. Чувак, перезаряжайся. Ух ты, ракета прилетела. Гранат прилетела. Надо было мне заныкаться. Так, давай еще раз. Первый блин с атакомом, ребят. Ну ты мне снайперку используешь. Что ты снайперку вообще не используешь? Залезем наверх. Давайте поснайперим. Так, я кривой снайпер, как обычно, да? Так, где он? Хорош. В ногу. Да, я супер крутой снайпер, ребят. Где они? Где эти Васи бегают? Так, перезарядка.
Снайперка 50-го калибра. Где он? Вон он. Интересно, а если в машину стрельнуть с 50-го калибра, я ее покоцаю или нет? Так, идем вперед. Надо за пулемет садиться, да? Че, блин, тупанул тогда? Давай за пулемет. Так, вон машина едет. Машину гасим. Так, тут гранатометчик. Вот он. Так, отступаем, отступаем, отступаем. Сваливаем, сейчас загасят. О, фу. Подожди, подожди, мне надо дышаться. Я тут это, ненадолго. Давайте гранат кинем туда. Как раз они наступают. Все, всех загасили. Где пулемет? Садимся за пулемет. Машинку загасили. Гад, базутчик. Так, это наши, стоп. По своим стреляю, ребята, простите. Я перепутал. Я не увидел вас, врагов. Можем вот тот джип захватить, когда упадет спутник. Светон. По расчетам 4 минуты, плюс-минус. Не знаю, насколько точно, так что вперед. Ну, я за руль сажусь, да? Окей. Так, от третьего лица можно включить, да? Давайте от третьего лица, же было видно всю банду, так интересней. Ну, можно посмотреть всю банду, да? Командир за пулеметом сидит, да, спереди. Прикольно, я кручусь, и этот чувак крутится. То есть у нас типа обзор один, да? А этот сзади сидит. Так, а стреляем как? А этот пулеметчик не стреляет, что ли? Я не понял. И он сам стреляет, типа. Ладно, поехали. Скорее всего, сейчас погоня какая-нибудь, 100%. Слушайте, круто, я не помню эту миссию вообще. Буран, едем. Так, давайте от первого лица включим. Дорогу вообще не видно. О, чувствую, сейчас будет круто. О, чувак с пулемета стреляет. Call of Duty style. Классно. Не, миссия крутая. Куда тут ехать? Я не вижу, куда ехать. Вот это жесть. Я ни хрена не вижу. Правильно командир говорит, нельзя тормозить. Блин, сейчас загасит. Щет. Неудачно. Да. Прикольно, мне понравилось, ребят. Давайте еще раз. Давайте повтор сделаем. Из этого дыма, из этого песка, блин, хотел сказать. От первого лица, наверное, все-таки. Блин. Я не знаю, ребята. Ну, реально нифига не видно. Как тут это все проходить, я даже не знаю. Давайте еще раз. Может, мне сильно быстро не гнать? Надо смотреть на карту. Дорога ж на карте, да? Ой, блин, ну тихо, заносит еще. Давайте сюда поедем. Так, надо ориентироваться на карте. Еще стрелять надо. Так, ну, видимо, наверное, скоро конец, не? Я ничего не вижу. Ребят, что-нибудь видите? Я вообще ничего не вижу. Да, если бы я стрелял бы просто тупо, было бы интереснее. Ну, было бы проще, точнее. О, сохранение, ништяк. Опа. Стой, подожди. А кто умеет чинить тачки? Я не инженер. Кто из нас инженер? Опа. А, это наш вертолет. Я в свой вертолет гашу. Эй, что творится? Я не знаю, ребята. Это какой-то Голливуд отдыхает. Оба, оба, оба.
Все, ништяк, все под контролем. Я держу точилу, тачанку. Ну, конечно, взрывы крутые здесь. Несмотря на то, что игре уже 10 лет, взрывы крутые сделаны. Чувак, что это такое, блин? Эй, ну это, конечно, жесть. Кого он там стреляет, я никого не вижу вообще. Спутник. Ух ты. Городок в дребезги. Я, круче, ничего в жизни не видел. Ладно, погнали уже к спутнику. Так, я так понимаю, что мы будем сейчас, наверное, пешком ходить опять, да? Машинку у нас заберут, как обычно. Сейчас мы с вами доберемся до спутника, сделаем все то, что нам там требуется. Ага, да, машинку забрали у нас. К месту падения. Вперед! Прикольно, все такое разрушено, да? Весь город разрушенный. Трупы валяются. Постапокалипсис какой-то. Наверное, скорее всего, сейчас будем здесь в обороне сидеть, и наш чувачок один что-то там будет взламывать, скорее всего, а мы будем тут обороняться сидеть. Достань черный ящик. Сервер? Вообще-то я не человек, парень. Как я дотронусь, если эта хрень раскалена? Там защита от радиации, так что... Что там? Противник слева, держать! Опа! Где они? Противник слева. Слева с какой стороны? С той или с той? А, нам спутник надо оборонять, да, я понимаю? Лежать. Там еще один. Чтобы они там не прятались. Сейчас мой домик взорвут. Так откуда они? Где, 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 где? Все мои братья всех завалили. О! РПГ. Готово. Так, есть? Все? Еще где-то. Пойти в атаку идти. Сходить. Опа. Тихо, 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 тихо. Сейчас загасит. Так, спрячусь здесь. Так, это наш? Так, меня сейчас загасит опять. Опа. Свалим, свалим, свалим. Не успел. Не успел, не успел. Надо было сидеть мне в том доме. Крутые какие-то спецназовцы русские прибежали. Я не знаю, как с ними воевать. Так, мне надо пулемет. Я хочу пулемет. Ящика нету здесь? Нету ящика. Где они? Я хочу другое оружие. Мне что-то неудобное оружие. Давайте гасим всех. Жестко чуваку отбросило. Ух ты, граната. Тихо. Наши бо... Блин, еще граната. Да что ты... Блин, еще граната. Да ладно. Подожди, стой. Да хватит тебе гранаты швырять, дядя. Подожди. Что это? Подожди, что это было? Я не понял. А, это чувак с зажимом стреляет. Черт, ничего не вижу. Тут оружие какое-то валяется. Пойду-ка я оружие возьму, подожди. Пацаны, подождите, сейчас я... Сейчас я оружие возьму. Подожди, где? О! Вот оно. Вот оно, добро. РПГ на крыше. Сейчас, подожди, я уже РПГ взял. Сейчас мы с ним загасим. На тебе, с РПГ. Будем челов с РПГ гасить. Где еще дядьки? Взорвем дом этот нафиг. Противник на правом фланге, сюда. Так, тут еще какое-то оружие есть, да? Опа. А, взрывчатка. Подожди, я хочу... Что-то есть еще интересное. О,
О, давайте с этим побьем. Это Скар, ну ладно. Я не люблю эти прицелы. Да блин, как тут залезть? Камни эти. Так, гасим. Где они? Опа. Где, где, где? Я не вижу. Вон он. Хедшот. Он там крадется. Вижу, вижу РПГ. Все, загасил. Второй. Вот гаденыш перепрыгнул. На тебе лимонку. Убила его. Так, дети. Крутые спецназовцы. Красные береты. Всех загасили. Еще один. Чувака, что это такое? Еще один он прыгает. Смотрите, они безумные какие-то чуваки. Гасимся. Так, все, там труп, труп. Не нравится мне это оружие. Я хочу вот это вот, давай. Вот это покруче будет. Вертолет пролетел. Так, где моя фигня? Сейчас, подожди, перезарядим. Ну, подожди. Опа, опа. Блин, еще надо? Да ладно. С одной штуки не взорвать. Это ж вертушка обычная, ё-моё. Еще надо попасть пару раз, да? У меня две ракетницы осталось. Все, взорвали. А, что-то вспоминаю я миссию, то сейчас надо будет что-то греться, бегать. Что-то такое я помню. Припоминаю. Да, я помню, что-то такое надо будет сейчас делать. Что-то там греться надо. Я малость подсветил тут. Надеюсь, поможет. Марлоу, на связи провод 2 главный, прием. Что там у тебя? Мы ищем Хаггарда. Флинн не отвечает. Так, дробаш, и давайте мы возьмем вот этот. Это что у нас? Урон, вот это вот возьмем. Не, стоп. Вот это вот. Слушай. Да-да-да, вот. АИК. Срочно найди укрытие. Русские гору прочесывают, нас ищут. Некоторые окапываются. Ух ты. Иначе долго не протянешь. Держись. Я замерзаю, я замерзаю. Так, сейчас отогреемся. Ты тут каминчик. Так, а куда мне идти? Мне туда куда-то идти надо, да? Окей, идем. Свалю. Надо было тут как-то прокрасться. Да, я тупо на раж взял. Пробегаю. Так, блин, я сейчас замерзну. Я сейчас замерзну. Лежать. Так, я отогрелся. Окей. Так. Идем дальше. Ну, я помню, первый раз, когда играл здесь, я часто... Слышишь ты меня или нет? Кто хочет жить, сумей согреться. Зажигай. Часто тут умирал, я помню, когда первый раз играл.
Продолжаем поиск американцев. Смотреть в оба. Черт. Давайте тут с дробашом с этим побегаем. Я что-то с ним ни разу не бегал. Где он? УАЗ-12, по-моему, да, называется? Не помню. Не-не-не, не УАЗ-12, что-то другое, по-моему. Так, перезарядка. Так, куда нам идти? Куда туда надо идти? Окей. Двигаемся. Стой, стой, стой. Откуда они там шмаляют? Ух ты. Да, люблю дробаши в играх. Вообще, дробаши мое любимое оружие в играх. Ну, после штурмовых винтовок. Так, куда дальше? Сюда идем. Так, здесь никого нет. Так. Так, хорош. Идем дальше. Патрончики валяются. Они обычно по двое ходят, я знаю. Я потерял этот кусок дерьма. Да я тут! Так. Так, здесь пулеметчик где-то, да? Надо здесь зачистить все. Не хочу я нарваться на пулеметчика. Вот он. Я успел его заметить первым. Так бы он мне мог насандалить. Так, погреемся. Окей. Так. Двигаем. Вниз. По горе. По склону. Добегу, не добегу, я не знаю. Вот у нас домик еще один. Надо здесь заныкаться. Так, здесь никого нет? Никого нет. Музло играет. Так, идем дальше. Идем, идем дальше. Прием, Браво 2, это призрак. Слушай, я забрал здесь отряд, тебя тоже вытащим. Только не очень понятно, как нам... Где они? Подожди, их не... Браво 2, это призрак! Тут в деревеньке РПГ повсюду! Давайте на крышу! Сниму вас оттуда! Шевелитесь, не знаю, сколько у нас еще времени! А, вы меня прикрываете, ну окей, я бегу. Так, стоп. Все рушится, да, чуваки, вы что? Я тут свой. Куда мне бежать, я не знаю. Какое-то безумие происходит. Патроны кончаются в самый неподходящий момент. Так, я на крышу бегу. Так, где мой дробаш? Вот дробаш пригодился в этот раз. Я бегу на крышу. Все? А где же рука помощи? С возвращением, блудный сын! Держись! Это скалярное оружие? Красотища, а? Это шутка, что ли? Ты не слышал об операции «Аврора»? Слышал, конечно, но даже если можно было бы создать скалярное поле... Сначала в тропосфере возникнет эффект Каррингтона. Стоп, стоп, стоп. Для всех излагай. Скалярное оружие создает мощнейшие электромагнитные импульсы. И что?
Если пальнуть где надо, можно накрыть всю энергетику США. И тогда мы погрузимся в кромешную тьму анархии. Русские тут же явятся на готовенькое, и сказочке конец. Значит, надо найти того парня. Аркадия Кириленко. Черт. А ты не его валить должен был? Он как-то связан с проектом? Кириленко и есть сам проект. Надо выдвигаться, пока не поздно. У Брэдвуда бы разрешение спросить. Нет, нет, нет. Он вместо нас пошлет этих гондонов из спецназа с датчиками сердцебиения на стволах. Сержант? Черт, мне 44 года. А еще за вами сосками говяжьими присматривать. И карьера в полной жопе. Я ведь думал, это мое последнее задание. Нет, так больше не пойдет, не могу. А типа родину спасать? И что дальше? И все. Ладно, ты с нами. Кириленко жив из-за меня. Суиц. Дайте подумать. Да. Хаггард. Все. И пахать не особо хочется. Но и отступать не тянет. Я с вами. Значит так. Придется вам продвигаться вглубь нашей танковой колонны, чтобы попасть к Кириленко. Только так. Да, прикольная, конечно, миссия. Вот это вот бегать среди снегов, прятаться, чтобы не замерзнуть. Ну, на самом деле, круто сделано. Вот. Ну, вообще, игра, на самом деле, прикольная. Конечно, будет интересно, если выпустят третью часть. Как там все это будет реализовано, тоже интересно. И вот мы двинули на юг, к Чили. Видимо, у Игуайра были крутые друзья в верхах, потому что по прибытии нас ждали танки. Давно отвыкнув от такой поддержки, мы радовались, как дети Рождеству. Хоть нашим подарком и был взбесившийся русский вояка. Чего там говорить? Бывало отпуск и похуже. Право 2, это берег, прием. Слушаю, берег. Последнее место, где видели Кириленко, то ли поселение, то ли военный лагерь у ветряков вдалеке. Делайте все возможное, чтобы взять его живьем, но если не выйдет, сами знаете. Вас понял, берег, конец связи. Кодиак 3, меняем путь следования. Добро пожаловать в красную зону. Ну и что, ребят, на этом мы на сегодня с вами закончим. В следующей серии мы уже с вами поедем на танки. И будет, думаю, очень интересная миссия. Поэтому подписывайтесь на канал, если не подписались. Оценивайте видео. И скоро увидимся на полях сражениях Battlefield Bad Company 2.